Добрый день. Захотелось мне сделать USB микроскоп. В сети нашел видео, вот это, где человек, перевернув объектив видеокамеры, получает микроскоп. Заинтересовало два вопроса. Действительно ли он в 1000 раз увеличивает? И второй вопрос, это тут некоторые сомневаются в комментариях, что это вообще возможно. Ну, говорят, что это все подделка, не настоящее видео, и вообще показывает он видео из файла. Жаль, конечно, таких ребят, вот, но тем не менее, сейчас я покажу, что у меня получилось. Взял камеру Canon CNE CVC1, пишут, что тут 1,3 мегапикселя, но это совершенно не важно, потому что я буду измерять размеры сам. Я ее уже обработал, то есть перевернул объектив. Вот мне понадобилось там кое-что подпилить и поменять пару болтиков. В общем-то обошелся всеми компонентами, которые уже есть. Так, подключаю. Программное обеспечение скачал с официального сайта Canon. В него входит программа вот такая, называется AMCAP. Вот я ее запустил. Представляет собой такое вот окошко. В данный момент оно имеет размер 640 на 480. Ну, вы видите, что оно реагирует. То есть можете говорить, что это я все заранее записал. Но это не так. Итак, чтобы проверить размер, я взял линейку. Такая линейка обычная. Здесь есть миллиметры. И прижимая, так это я сниму, чтобы не мешалось. Я просто ставлю камеру на эту линейку и приближаю. Вот, видно структуру поверхности пластмассы. Сейчас. Идем. Чтобы настроить фокус, я просто поднимаю или опускаю. Вот видно, что в поле зрения попадает ровно 1 миллиметр. Также на камере есть возможность сделать скриншот. Сейчас я и воспользуюсь. Так, есть. Ну, еще на всякий случай взял металлическую линейку старенькую. Тут будет интересно посмотреть структуру металла. Вот. Но опять же, не то чтобы структура прям, но все потертости видно очень хорошо. Вот опять же, засечка миллиметровая, одна и вторая. Еще одно фото сделал. Так, и что еще интересного я могу снять? Вот здесь вот есть индикатор заряда. Его размер тоже очень мал. Вот эта стрелочка имеет, опять же, размер миллиметр. Сейчас я ее сниму. Вот стрелочка. Не сделал еще штатив, поэтому изображение будет прыгать. Такая интересная стрелочка. Так, сейчас я выключу свет, чтобы было лучше видно.
Так, значок батарейки. Стрелочка. Можно рассмотреть такие вот неровности, похожие на кратер Луны. Сейчас тоже сделаем фотографию. Не очень. Открыл этот файл, увеличивать смысла нету, будет 100%. Теперь вопрос, какое же все-таки увеличение. Значит, открываем калькулятор и делим 1 миллиметр, пусть это будет 1000 микрометров, поделить на 640 пикселей. И получается разрешение микроскопа. Это 1,5 микрометра на пиксель. Соответственно, размер вот этой точечки получается 4×4 пикселя. Умножаем 4 пикселя, 6 микрометров. Это действительно микроскоп. И к вопросу, все-таки, если считать увеличение, то получается, что при 100% этот миллиметр у меня превратился почти в 13-14, 13,5 сантиметров, то бишь в 135 раз. Спасибо за внимание.